Старшеклассники 10-й школы накануне побывали на экскурсии в Музее трудовой славы АНХК. Ребят познакомили с историей комбината, перспективами развития предприятия и заслуженными работниками производства. Очень интересные как бы фотографии, то есть что было до того, да, то есть как создавался тоже комбинат. Интересные, значит, ну, разные ордена присутствуют, ну, вот акции нам показывали, да, какие были, как вообще люди, ну, начинали свою историю. В этом году музей отметил свое 25-летие. Ребятам показали фотографии, награды разных уровней за вклад в развитие города и области. Также школьники познакомились с экспозицией оборудования и защитной экипировкой работников комбината.